Набираем 1000 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здорово, ребят, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Зенит, у нас очередной сезон, и сегодня нас, ребята, ждет World Cup. Это полуфинал, также у нас будет пару симуляций, и вообще посмотрим, что нас ждет в дальнейшем в турнире. Сейчас у нас, ребята, матч против Сочи, мы его симулируем, ну а вы, ребят, пока поддержите ролик лайком, напишите комментарий, подписывайтесь на канал, если вы новенький. Давайте смотреть, как наша команда сыграет в Сочи. Мы пока лидируем 3-0. Победа, как сыграл ЦСКА. Они сыграли с Краснодаром 1-1. Это здорово, значит, мы отрываемся от них уже на 3 очка, а не на 1, как было до этого. И чуть-чуть увереннее чувствуем себя в лидерах. В Лиге Чемпионов мы попали на Интер в 1-8, а сейчас вот как раз у нас FIFA Club World Cup, вот так вот называется турнир. Мы в полуфинале, давайте взглянем на наш состав, кто у нас готов сыграть. Дриуси не в лучшей форме, я думаю, знаете, сделаем вот так вот. Азмун Зюба, здесь можно кого у нас? Ассорио, например, может выйти, почему бы и нет. Так, Киржаков, Караваев. Караваева давайте вместо Смольникова. Дриуси, Сутармин, Кокорин. Ну и, в принципе, ребята, все, вот такой вот стартовый состав. Мы играем, честно сказать, против команды, которой я совершенно не знаю. И я надеюсь, что мы выиграем, потому что рейтинг у нее не очень высокий. Так что давайте приступать. Если сейчас мы побеждаем, мы сразу же автоматически попадаем в финал этого турнира. Стадион заполнен, ребята. Клубный чемпионат мира. Интересно, на кого мы можем попасть в финале, если сейчас выиграем. Ну, мы должны выигрывать, все-таки соперник несерьезный, на мой взгляд. И наш состав, конечно, сильнее. Дзюба попытался сразу сделать передачу на Головина, она не прошла. Караваев, снова Головин. И снова неплохо соперник начинает прессинговать. Ракитский, Азмун. Прошла передача на Дзюбу. Головин. И удар заблокирован. Пока вот все попытки передач, ударов, соперник довольно здорово накрывает. Вы смотрите, соперник поддавливает. Даже с их рейтингами они хотят сегодня победить. Неплохая передача сейчас на фланге. Ассорио отпускает соперника. Передача в центр. Удар по воротам. И Лунёв в игре. Неплохо. 23-я минута. Соперник проводит очень неплохую атаку. И здесь только наш голкипер спасает. В коридорчик пошел удар. И смотрите-ка, Лунёв уже дернулся в дальний угол. Повезло, что успел выкинуть руку. И не позволил сопернику забить. Дзюба. Малком. Здорово. Он уже ринулся в атаку. Малком. И надо простреливать. И только лишь угловой. Но это шанс. У нас есть огромный Артем Дзюба, который может сейчас, подключившись в атаку, пробить головой. Но есть Азмун. Но он до мяча не добрался. Передача на Караваева. И вот сейчас пас на Дзюбу. И Дзюба находится в офсайде. И снова опасная атака. Удар по воротам. Ярослав Ракитский. Здесь уже даже Азмун пришел помочь. И он, и Мемфис Депай помогают в отборе. И арбитр видит здесь нарушение правил. Но слушайте, пока соперник очень даже неплох. Это Депай. Здорово. Набирает скорость по флангу. Азмун и Дзюба должны помогать. Подача. И что, нарушение правил? Снова фиксирует арбитр нарушение правил, но уже около штрафной соперника. Да, здесь ударили Депая по ногам. Это, ребят, Головин у мяча. Пошла подача. Малком и гол. Красиво разыгрываем этот штрафной. И Малком на 46-й минуте поражает ворота соперника. Красиво. Здесь все в одно касание было разыграно. Головин делает отличную передачу на Малкома. И тот, выбегая из-за спин соперника, вот так вот переводит мяч аккуратно в уголок с левой.
1-0. Стоит отдать должное сопернику, они весьма неплохо себя показывают. У них были моменты, был опасный удар по воротам и, кстати говоря, по ударам-то 2-2. Хоть мы выигрываем, хоть мы и большую часть времени владеем мячом, соперник не так-то прост. Не могут пока футболисты гостей подойти к нашим воротам. Но, тем не менее, зарабатывают очередной угловой. Подача. Здесь здорово играет Лунёв. И вот сюда можно на фланг. Тут совершенно один Мемфис Депай. И видит он Малкома на противоположном фланге. Здорово, Малком. Уже в штрафной, Малком. Прострел. И нет, не получилось. Ни до Дзюбы, ни до Азмуна мяч не добрался. А вот здесь ошибка соперника. Дзюба. Удар по воротам. Добить Депай. 2-0. Мемфис Депай. 61-я минута. Пробивает Артем Дзюба. Справляется с этим ударом голкипер. Но на добивании Депай. Тут как тут. Как раз таки он перехватил мяч во время неточной передачи соперника. И именно он закончил эту атаку взятием ворот. У нас поле покидает Александр Головин. Выходит Далер Кузяев вместо него. Хороший заброс. Депай догонит эту передачу. Догоняет. Депай с мячом. Пас на Кузяева. Удар по воротам. И спасает врата. Очередной угловой. У нас Кокорин вышел вместо Азмуна. Ракицкий у мяча. Пошла подача. И Депай был близок к тому, чтобы пробить еще раз по воротам соперника. Соперник заработал право на штрафной. Сейчас очень важно. Здорово сыграть Луневу, и он играет. Ребята, вот это моментище. Могли сейчас гости забить. Бариус, Дзюба. И сюда, здорово, на Депая передача. Мемфис Депай. Депай, ну же, мяч в сетке. Сегодня день Депая, ребята. Рывок из последних сил и дубль. Красиво перекинул голкипера. И Кузяев молодец. Хорошую передачу ему дали по ногам, потом по затылку. Но он все же сделал этот пас. И третий гол «Зенита» в этом матче. Мы в финале, ребята. Мы встречаемся с «Интернационалом» и попробуем выиграть кубок. Вот такой вот трофейчик. Выглядит очень красиво, ребята. И шанс заработать трофей себе в копилку. У нас есть небольшие изменения. У нас Мемфис Депай получил травму. Видимо, уже в концовке матча, когда делал этот скоростной рывок, изо всех сил он дернул мышцу. Азмун! Кокорин! И не попадает он. Но острый был угол, сложно было резко развернуться. Но посмотрите-ка, первый момент сразу же на первых секундах этого матча. Может быть, не стоило, конечно, Кокорину бить с разворота, но попробовал, почему бы и нет. Наната на фланге, против него Смольников, здорово. Но вот передача у Смольникова не получилась. И сейчас, может быть, что-то опасное получится у соперника. Они пытаются, знаете, так раскатать будто лишнего игрока, но пока мы держим все позиции. Аздоев, здорово. Пас на Кокорина, Кокорин. Малком, и вот сейчас можно бежать. Малком. Параллельным курсом бежит Азмун. Малком, надо решать. Удар по воротам и гол. Шикарная левая Малкома выводит снова нашу команду вперед. Как и в полуфинальном матче. 28-я минута. 1-0. Но было пространство, и здесь нужно было забивать. С подкруточкой, с левой ноги, с правого фланга Малком забьет очень много. Если этот момент ему позволяет ударить, он обязательно ударит и забьет. Ну и здесь, в принципе, все было разыграно наверняка. И снова соперник в атаке. Удар по воротам. И Лунёв будто не ожидал, что мяч может так полететь. А здесь Дриуси. Передача на Кокорина. Азмун. Кокорин.
Удар поворотом и выше. Зацепили Азмуна за ногу. Я сначала подумал, что будет штрафной удар вот здесь вот. Азмун прокидывает себе мяч, получает по ногам. Мяч подхватывает Кокорин и бьет чуть-чуть выше. Вот желтая карточка отложенная. Все-таки арбитр без внимания этот эпизод не оставил. Молодец. 1-0, ребята, в первом тайме. Замена у соперника. В принципе, мы неплохо пока действуем. Много не позволяем создать сопернику. И при этом пытаемся и сами проводить неплохие атаки. Могли забить еще, были хорошие выходы. Но, к сожалению, не получилось. Немножко, может быть, везения не хватило. Дриуси! Удар с левой! Спасает голкипер! 1-0, это, конечно, здорово, но очень скользко. Любая атака соперника может закончиться взятием ворот, и нужно будет уже 100% забивать второй мяч. Даем здесь продолжить атаку. И пока не можем отдать пас куда-то вперед. Ой-ой-ой, вот это привоз, ребята. Ну вот о чем я и сказал. Любая атака может закончиться взятием ворот. И здесь два наших футболиста просто не поделили между собой футбольный снаряд. И тот достался нападающему гостей. Артем Дзюба выходит на поле вместо Кокорина. Тут же замена и в составе интернационала. И, ребята, 1-1. Не знаю, каков здесь регламент турнира. Есть ли здесь дополнительные два тайма или сразу серия 11-метровых. Но мы не будем до этого доводить. Дриуси, подача. И пытался Дзюба пробить головой. Это Дриуси. И мяч в сетке. Аргентинец забивает с неплохой дистанции за пределов штрафной. И снова выводит нашу команду вперед. Я на секундочку подумал, что он не попадет. Но посмотрите, как же классно Дриуси попал в дальнюю девятку. 2-1. Дзюба, Малком. Малком! Ну же, Себа! Удар за ударом идут по воротам соперника. Но здесь Азмун, как и Кокорин, в начале матча немножко поторопился, мне кажется. Удар Дриуси. Снова голкипер спасает. Они ушли всем составом в атаку. Сейчас зоны для нашего нападения открыты. Не всего лишь пара минут остается в этом матче. Малком. Подача Дриуси. Вот засылают. Просто засылают мяч вперед. Нашим парням сейчас главное не пропустить момент. Ну и все. Это, ребята, победа 2-1. Это трофей посередине сезона. Ну и здорово. Здорово получилось у нас сыграть эти два матча. Пускай соперники, может быть, были не самые серьезные. Но, тем не менее, форму мы не растеряли. Победы всегда добавляют большего настроя, большей радости, позитивных эмоций. И сейчас мы будем возвращаться уже, ребята, в чемпионат. Вот такой вот трофейчик теперь есть в коллекции «Зенита». У нас, ребята, матч против тульского «Арсенала». Его мы симулируем и смотрим, как сыграла наша команда. 0-1 победа. «Локомотив» выигрывает. Как сыграл «ЦСКА». «ЦСКА» выиграл крупного «Ахмата» 0-4. Мы продолжаем лидировать. 3 очка от «ЦСКА». И следующая встреча, если я не ошибаюсь, должна быть с «Локомотив». У нас, ребята, сейчас матч с «Уфой». Мы его тоже симулируем. И вот следующий матч как раз должен быть у нас с «Локомотивом». Кстати говоря, они сыграли с тульским «Арсеналом» 0-0. У нас, ребята, открылось трансферное окно. Ну, а точнее, оно уже практически прошло, потому как матчей в январе было немного. Матч с «Уфой» мы просимулировали. Сейчас будет матч с «Локомотивом». И, ребята, я решил купить еще одного крайнего защитника. Это Гримальдо. У нас было 100 миллионов. Из Манчестер Сити за 47 миллионов я решил купить Гримальдо. Его многие предлагали. Нужен у нас игрок, который будет, так скажем, конкурировать с Дугласом Сантосом. Так как Жирков у нас уже не играет. И всего лишь одного защитника левого в команде иметь это не очень здорово. Поэтому у нас теперь новичок Гримальдо, и у нас, ребята, матч с «Локомотивом» на выезде. Давайте посмотрим,
как наша команда выстроится на эту игру. В принципе, все в хорошей форме. Гримальдо пока что еще в нашем составе нет. Но, тем не менее, ребята, все те, кто сегодня выйдет на поле, они все хорошо готовы. Единственное, я, наверное, бы Ракитского выпустил вместо Оссорио. Дадим ему капитанскую повязку. Ну, ребят, поехали. Состав Локомотива также на ваших экранах. Оба Миранчука, Джорджевич в нападении. Крыховяк здесь все в форме. Голкипер какой-то у них новенький. Не знаю, кто это. Ну, а так, вроде бы, весь состав без изменений. И, ребят, поехали. Мы приехали в гости к Локомотиву. Великолепная погода. Великолепная поддержка зрителей на трибунах. Ну и давайте, ребята, начинать. Мы пока лидируем. ЦСКА, кстати говоря, в туре, где мы встречались с Уфой, вроде как проиграли. Потому что у нас теперь отрыв 6 очков. Хотя, может быть, тогда они просто не играли свой матч. Здорово. Мемфис Депай набирает сейчас скорость. Депай. Передача на Азмуна. Удар по воротам и 1-0. И вот так вот Сердар Азмун начинает, я думаю, эту встречу. 5-я минута. Казалось, что соперник его подтолкнул, и все, мяч потерян. Но нет, Азмун удержался на ногах и пульнул аккуратненько в дальний уголок. Вот здесь, смотрите, как Азмун пободался с защитником. Ну и в итоге быстрый 0-1. Отлично. Отлично, мы застали Локомотив врасплох. И тут же, посмотрите, как Дзюба здорово выгрызает мяч. Крыховяк играет на Алексея Миранчука. Миранчук сейчас уходит от Бариуса, как Азмун уходил от защитника. Бьет по воротам игрок Локомотива. И Фарфан на добивании на 14-й минуте сравнивает счет. Вот такое вот быстрое начало. Быстрые 15 минут, и, ребята, 1-1. Не успел я разглядеть, кто пробил по воротам вот здесь вот. Потому как даже с лицензией РПЛ в ПСке половина игроков Локомотива выглядит одинаково. И лишь единицы изменены. Хороший пас в коридорчик. Здорово, ну же! Это Дуглас Сантос. Заброс за спину, это Фарфан. Но вот сохранить мяч в поле не сумел. 27-я минута. 5 минут остается в первом тайме. Локомотив что-то пытался сейчас придумать в атаке, не получилось. Головин, здорово, шикарная передача на Малкома. Нет никакого офсайда, Малком. Малком штрафной, ну же, удар Малкома и мимо. 1-1 в первом тайме, в первые 15 минут. После этого команды еще имели моменты, но забить не смогли. Малком пытается сейчас протащить мяч сам. Передача на Караваева, снова Малком. Ну же, засылай в штрафную. Депай, не было офсайда. Как же ты так пробил-то корявенько? У Локомотива выходит Смолов вместо Джорджевича. Смолов здесь еще в лока. Мемфис Депай. Передача на Дугласа Сантоса. Дуглас, подача. И намертво забирает голкипер. И, ребята, в итоге 1-1. Это ничья. Я надеюсь, серия вам понравилась. Она получилась такой довольно боевой, интересной. Выиграли кубок, совершили трансфер, поиграли с лидерами чемпионата. С вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.